В резонансном деле по убийству развозчиков пенсии поставлена точка. Верховный суд вынес приговор всем его фигурантам. Ими оказались жители Гумбетовского района Хаджимурат Юсупов, Загид Биякаев, алиас Хап Лабазанов и Расул Абдулхалимов. Юсупов и Биякаев приговорены к 22,5 годам лишения свободы. Соучастники Лабазанов и Абдулхалимов получили 12 и 10 лет соответственно. В оглашении вердикта принимал участие гособвинитель республики. Напомню, 19 октября прошлого года неизвестные неподалеку от села Данук Гумбетовского района расстреляли семейную пару, перевозившую денежные выплаты для населения, после чего похитили около 18 миллионов рублей. В течение суток подозреваемых удалось задержать.